шаль крючком с элементами Ирландии. Я недавно решила изменить оформление канала и начала искать что-нибудь красивое из своих работ. И вспомнила вот про эту шаль, которую я вязала когда-то на заказ. На экране вы видите схему, вернее, прототип этой шали. Придумала я ее не сама. И вот какая она у меня получилась. Конечно, Ирландию вообще трудно повторить, даже невозможно. И я даже не старалась. Я хотела привнести больше элементов такой нашей уральской тематики. Назвала я ее «Уральская рябинушка». И хотелось, чтобы она напоминала о нашем крае. Связана она из хлопка, вязать было очень интересно. Но самым сложным оказалось выдержать вот этот вот треугольник. Дело в том, что вяжем-то мы не как обычно, там обычное расширение. А вот эти элементы, они в хаотичном порядке. Ну, хаотичным, не хаотичным, но все-таки так, в разнобой. Что не просто такие геометрические формы. И поэтому вот в этом плане было трудновато. А так, конечно, интересно. Шаль получилась яркая, но, конечно, не шедевр. И только вот, когда вяжешь что-то подобное, понимаешь, насколько кропотливая работа у тех, кто вяжет вот Ирландию. И самое главное, подбор цветов. Это очень сложно. Поэтому я преклоняюсь перед теми, кто вяжет настоящие красивые вещи в этой технике. У меня, если честно, не получается.